Баржа уткнулась резко в берег. Кидайте, бабоньки, мешки. Всех Магадан встречает, верит. Вас, русских женщин, не в стишки. Вам предоставили работу. Бараки ждут давным-давно. А повидать опять свободу. Скорей всего не суждено. Через полгода к ним посыльный приносит письма от родных. Коль пишут, значит, не забыли, то, как и прежде, верят в них. С большой земли большие вести. У осужденных свой прикид. В душе еще осталось место для доброты, не для обид. Повсюду только женский говор. Кому ж в бараке нынче быть? Но есть один жестокий довод. Их вроде некому любить. А детский плач тогда откуда? Дитя бараков лагерей. Он хочет жить, он вскормлен грудью. Дай Боже быть ему сильней. Присел на лавку караульный, погладил бороду, смеясь. Дают на баб ему и пули, а он ведь будет тебя клясть. Потормошил дитя он пальцем, молитву тихо прошептал. Всевышний хоть немного сжалься и сам на свой же. Потормошил дитя он пальцем, молитву тихо прошептал. Всевышний хоть немного жаль.